На 2 месяца под стражу отправил сегодня Первореченский районный суд Владивостока Николая Тимченко. Его подозревают в наезде на семью с маленьким ребенком. После задержания следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, 18 февраля Николай Тимченко сбил на тротуаре семью с маленьким ребенком и скрылся с места ДТП. Пострадавшие в аварии мать и полуторагодовалый мальчик скончались в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 5 264 статьи Уголовного кодекса. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть 2 человек. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.